Сейчас я потренирую выражение лица, чтобы оно казалось миру пафосным. Идет отработка нового сценария для фильма ужасов. Если хочешь, можешь сделать, мне не сработает. Не, вот так сделать? Нет, спиной. Нам туда стать? Да. На фоне этого? Мне вот так стучать было. Оставшиеся жители города, жители острова. И ничего не делать, просто стоять. Которые собираются. А мне по центру? Езду. Вот таким было это прекрасное место, где мы его проводили. И надеемся скоро вернуться сюда назад. Вот, напоминаем правила нашего острова. Собираемся по сигналу. Активное участие каждого. Закон «Я высказывание». Закон доброго отношения ко всем участникам. Закон конфиденциальности. Все, что происходит на острове, остается на острове. И безопасность, не наносим ущерб ни себе, ни окружающим, включая природу. Мы защищаем природу и все, что происходит здесь с ней. Продолжается съемка короткометражного художественного фильма ужасов. Как они попали на необитаемый остров, как они выживали и чем они там занимались. Финал будет непредсказуемый. Для того, чтобы знать, чем закончится этот фильм ужасов, вам нужно посмотреть фильм с острова привидений.